Да, наверное. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Здрасте, здрасте. Как дела? Привет, привет. Мы тут пришли в Олимпийский с ковриком, личным ковриком, на тренировку. Я ничего, Машулечка. Сегодня встречаемся. Надо нам будет определить место встречи. Я еду за паспорт получать, потом я с вами. Скажите мне только, где в личку, в WhatsApp решим, где мы встретимся. Или у меня, или где-нибудь рядом, ладно? Супер, супер, ну да. И года не прошло. Вот. Давай здесь. Ну да, можно. И здесь. Здрасте. Привет, Аида. Тренируюсь с Катей Макаровой. Вот тут у нас коридор. Hello, guys. Good, you? Так. Привет, привет. Я не увидела, простите. Заходим в раздевалку. Сейчас я посмотрю, там можно. Катя Макара, привет. Здрасте. Это ничего, что у меня перископ? Я сейчас уже 3 минуты, я все. Ничего страшного, можно? Да, но я уже просто говорю, ничего. Вот Кате передавали привет. Только что тебе передавали привет, спросили Евгений Александрович. Я уже не знаю, надеть майку просто-напросто. Анастейжа. Всем привет. А ты пока... А вы видели? Давай я покажу тебе, какая ты красивая. Надо мне показывать. Я всех показала. Ботинки. Как ботинки показать? Шанель. Номер 5. Анастасия. Ну перестань. Я просто вместе ночью снился Шанель. Разные почему-то кофты Шанель сни. Я не поняла, почему. Ну, на, хочешь сними, чтобы это я уже всех сняла. А вот как это? Вот так вот? Вот, смотрите, какая у нас сегодня Светлана красивая. Она сейчас сегодня пресс-конференция. И без Дольче она пришла. Дольче в машине, он будет отвлекать. Дольче надо будет нести целый холл на руках. Он боится, он сюда не входит. Все время на руках надо носить. А я в этом месте, в этой раздевалке с Костей Кинчевым познакомилась. У меня прям ностальгия. Прям давно это было, но тем не менее. В общем, привет, Василий. Всем пока. Мы пошли тренироваться. Вот она уже бьет копытом. Бутены. Знаете, сейчас это все на лабутенах. Как там вот эта песня? Офигительных штанах. И офигительных. Сейчас, ничего не рассказывайте, я отключаюсь. До свидания всем.